Как собрать самолет? Почему он летает? Какие самолеты бывают? Обо всем этом написал Марчин Содомка в своей книге «Технических сказок». Как собрать самолет? Представляете, что чувствовал человек на заре авиации? Тогда первый полет был похож на сказку. История необычных открытий началась, когда трое друзей мышонок Ари, Воробей Билли и лягушонок Кристиан собрали автомобиль. Но теперь они решили построить самолет, потому что друзья очень хотели улететь в теплые края. Читатели вместе с любопытными друзьями узнают, как собрать самолет, из чего состоит обшивка каждого судна. Узнают, что самолет бывает самыми разными однодвигательными и трехдвигательными, и даже бесмоторными. Автор в своей книге смог доступно объяснить самые трудные процессы в авиации. Эта книга подойдет для ребят, желающих узнать много нового и интересного. Хоть книга и называется «Технические сказки», это не вовсе не значит, что читать ее нужно вечером перед сном. Вот я читаю ее и днем, и вечером, когда мама возвращается с работы. Тогда мы вместе учим, как крепить крыло к фюзеляжу.